Полмиллиона протестующих прошли во вторник маршем по улицам Гонконга. Мероприятие состоялось в 17-ю годовщину присоединения региона к Китаю. Демонстранты потребовали отставки нынешнего главы гонконгской администрации, которого они считают ставленником коммунистических властей КНР. Они также призвали провести в этом специальном административном районе демократические реформы. В шествии, по данным организаторов, приняло участие более 500 тысяч человек. Этот протест стал самым массовым в Гонконге с 2003 года. Местные жители недовольны тем, что на сегодняшний день главу администрации региона назначают не избиратели, а специальный комитет. Они считают, что отсутствие всеобщих выборов позволяет Пекину влиять на политическую жизнь в регионе и назначать на должность главы администрации своих ставленников. Напомним, в прошлом месяце здесь состоялся неофициальный референдум. В нем приняло участие более 800 тысяч человек. Главной его темой как раз и были всеобщие выборы, а также демократические реформы. Утром в среду протестующие частично заблокировали движение автомобилей в деловом центре Гонконга. Позже людей оттеснила полиция. Гонконг, бывший когда-то британской колонией, находится под юрисдикцией КНР. При этом он сохраняет широкую автономию в рамках схемы «Одна страна, две системы». В отличие от материкового Китая, в регионе сохраняются институты демократии и разрешены протесты. Официальные власти в Пекине выражают открытое недовольство призывами гонконгцев к всеобщим выборам, а также ежегодными мероприятиями в память о жертвах бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.